Как делишки, ребятишки, с вами снова я, Эдисон, и добро пожаловать в новую серию нашего выживания, где мы продолжим учить нашего... Здорово, ёпты! С вами детектив Катерина Перетьяна. Идрите, колотите, Кать, ты же с ума сошла, а? В общем, сегодня мы вместе с вами продолжим учить нашу Катеридзу выживанию и всему мастерству муинцировки. И, ребятки, вы знаете, что нужно делать по старой традиции. Если мы набираем 30 тысяч лайков прямо сейчас, вот не ленись, поставь лайкусик прямо сейчас. И если мы сегодня наберем 30 тысяч лайков, то я обещаю то, что следующая серия с Катеридзе выйдет сразу же завтра, вот прям слово даю. Поэтому все зависит только от нас. Ты ставишь лайкусик, я сразу же выпускаю следующую серию. Поэтому давайте проверим, сможем ли мы это сделать. Ты готова, Катеридзе, а? Вы меня просили, вот скажи, не дай соврать, сколько было комментариев, чтобы я тебе сделал скин в Майнкрафте? Вот сколько? 28 миллионов 563 тысячи. Вот именно. И учитывая все ваши просьбы... Та-ра-ра-рам! Катя, это твой скинчан в Майнкрафте. Конечно, у тебя тут брюки, но в следующих сериях я тебе сделаю юбку. Ну, мне кажется, и так сделаю. Такую? Да, вот такую. У тебя есть волосы, у тебя есть... Это круто. Ты не лысая, это самое главное. Поэтому напиши в комментариях, рад ли ты, что я наконец-то сделал Катеридзе скинчанский. А сейчас, как обычно, по старой схеме... Вот так вот. Катя, Катя! Катеридзе. В этой серии мы продолжим учить тебя выживанию, но не все так просто. Где свиньи? Ты не думаешь, что все будет так просто. Я подготовил для тебя первое испытание. Первое троллинг и супер-мега-лазерную ловушку в Майнкрафте. Бери клавиатуру, бери мышку и приступай. Катя, тебе нужно выбраться. Ты видишь, что вот тут коробка есть? Тебе с этой коробки нужно выбраться и попасть в свой домик, который ты построила в предыдущей серии. А как выбраться? Я дам тебе сразу подсказку. Тебе нужно найти или... Привет. Ее можно убить? Можно. Иди сюда. Ты... Ага. Ага, какой ты молодец. В общем, я сразу дам тебе подсказку. Тебе нужно найти или... Подожди, можно без подсказок? Давай, подожди. Да? Ты думаешь, ты настолько уже овладела всем мастерством Майнкрафта? Я прекрасно понимаю, что здесь просто так не выйти через дверь. Нужно что-то делать. Нет. Катя, левой кнопкой бить, правой взаимодействовать. Ты горишь без подсказок. Но тебе нужно как-то выбраться с этой комнаты. Как? Ну дай хотя бы одну подсказку. Хорошо, да. Тебе нужно на что-то нажать. Нажать? В Майнкрафте есть кнопка или рычаг. Нужно найти в первую очередь. Это Find the Button. Есть такое известное испытание в Майнкрафте. Тебе нужно где-то на этой карте найти кнопочку, чтобы выбраться и попасть к свой домик, который ты построила в предыдущей серии. Кнопочка нажимается правой или левой? Правой. Взаимодействовать правая кнопочка. Где может быть кнопочка спрятана? В дереве? Нет, ну ты бы ее заметил сразу. Кнопочка выделяется, потому что она кнопочка. Вот, поэтому, ну, где-то вот тут она должна быть, Катя, это версия. Она, ты ее можешь заметить, она не внутри то чего-то. Есть она где-то, вот. А как посмотреть? Нет, это не кнопка. Это определенно не кнопка, это просто дырка. Просто дырка. Просто дырка. Просто дырка. Просто дырка у тебя в другом месте, а там кнопка. Катя, ты на нее смотрела только что. Только что? Только что ты на нее смотрела. Иди, да? Вот там ты сказала, где у тебя просто дырка. Просто вот. Дырка. Просто дырка. Ну и отойди. Но ты не видишь, разве там кнопку? Вот кнопка. Это была кнопка? Это кнопка была, она же выделяется. Кнопка такая, треугольная. Прямоугольная кнопка. Так, где? И возле своего домика. Поздравляю. А как туда попасть? Вот. Правой кнопкой мышки. Залезь на верстак. Верстак. А, нельзя. В общем, Катя, но это еще не все. Каждый муинсруфтер, за исключением меня, потому что я сам ненавижу паркур, должен овладеть навыком паркура. Ты умеешь паркурить в реальной жизни? Паркур. Залезай сюда наверх по лестнице. Опа, оп. Кать. Вверх, не влево, а вверх. Не вправо, а Катя, вперед смотри. Я нажимаю вперед. Что мышкой. Тебе мышкой вперед нужно смотреть посередине. Вот. И ты будешь лезть посередине. Если смотришь направо, ты залезешь направо. Ой, Катя, смотри. Смотри. Просто. Я понимаю, что мы тут с тобой так намучаемся, как мы еще никогда, наверное, не мучились. Смотри. Просто.
паркур. Я тебе сразу же покажу. Ты идешь вперед и до пропасти должна нажать на спейс, чтобы прыгнуть. Идешь вперед, прыгаешь. Идешь вперед, прыгаешь. Понимаешь? Все очень просто. Просто же? Попробуй. Вот, подожди. Идешь. Нужно прыгать, когда ты уже почти на краюшке. Понимаешь блока? Смотри на блок. Идешь, прыгаешь. Твою мать! Это сложно очень, я не смогу. Подожди. Тебя нос чешется? Да, очень. Смотри, там есть сундучок, видишь? Да, вот, есть сундучок. В сундучке будет для тебя подарочек. Очень такой хорошенький подарочек. Такой подарочек ты себе даже не представляешь. А! Стопэ. Я, если что, Кате булочку подарил. Я же подарил тебе, купил. Потому что, все. Мороженка была, булочка была. В этой серии что будет? Тортик. Нет. Нет, а что? Йогурт? Хорошо, йогурт. За эту серию я Кате должен йогурт. Давай, да, Катя. Надо худеть уже, начинать после твоих булочек, мороженое. Да, хорошо. Да. Идешь, прыгаешь? Да. Кать, ладно, я упросил тебе немножко задачу. Давай, иди вперед. Сейчас, я смогу. Ты сможешь, ты сможешь! Сиськи в руки взяла и прыгнула! Давай без слов сейчас. Хорошо. Нет, я смогу. Без слов. Всё. Без слов. Полезнее. Без слов. Без слов. Ты прыгнуть забыла. Стой! Назад. Тебе нужно посередине блока стать. Вот. Идешь вперед, прыгаешь. Стой. Идешь вперед, прыгаешь. Все. Какой ты умничка, да, еще немножко. Половину пути мы прошли туда, да. Опа! Еще! Так страшно. Стой! Ты тут не допрыгнешь. Смотри, я тебе сейчас покажу, как это сделать. Это самый жестокий прыжок в Майнкрафте. Если ты с ним справишься, ты возьмешь свой заветный сюрприз. Приз, подарок, неважно. Нажимаешь два раза W, ты набираешь разгон, и потом вот тут прыгаешь в конце. Смотри вот посередине, просто смотри. Давай, я скажу когда. Нажимай сразу два раза W. Сейчас? Подожди. Когда подбежишь к краюшку, нажимай на Space. Хорошо? Готово? Сейчас два раза? Да, два раза и не отпускай. Два раза нажми и потом... Ядрёна мать! Ты посмотри на неё! Я даже не успел отчёт сделать. Раз, два, три. Давай. Вперёд. Опа. Запрыгни. Оп. Сундук! Как открыть? Правой кнопкой. Нажми, наведи. Цветочек для Катюши. Да твою мать! Чё ты, мы бьёмся по голове. Подожди. Давай, ну типа этого не было, мы просто перезаписываем. Давай. Сейчас, подожди, это типа пауза. Давай, идём сюда обратно. Вот, давай, сейчас заново. Давай. Так, как открыть? Правой кнопкой мышки открывай. Цветочек для Катюши. Ты рада? Тебе понравился подарок? Да. Я рад. Я долго выбирал эти цветы красные майнкрафтовские. Я рад, что тебе понравилось. Ладно, выходи из сундука. Escape. Ты цветочек забыла взять, цветочек. И развернись, выйди. Развернись. И тебе всего лишь на все нужно обратно это все попрыгать и все. А мне нельзя спрыгнуть? А ты умрешь. Ты мне врешь. Я тебе не вру. И даже не троллю. Просто нужно перепрыгнуть. Два раза. Чё? Вот я сейчас реально нечаянно упала, но на самом деле я не умерла, поэтому, знаешь, ну ладно, все, иди в дом. Яблочко нужно покушать. Ты проголодалась немножко. Иди в свой ящик, иди в свою коробочку. Ты справилась с двумя, Катя справилась уже с двумя испытаниями. Это найди кнопку и также небольшой паркур. И стоять. И у тебя есть уже свой скин. Короче, на этом мы уже будем заканчивать. Ты уже набираешь уровни в Майнкрафте. Ты уже не первый уровень нубика, уже где-то 9 уровень нубики. Это уже хорошо, да. Вот, ребята, если вы хотите следующую серию с Катеридзе, я знаю то, что вам нравится этот летсплей, это выживание, потому что вы всегда у меня его просите. Ставь огромнейший палец вверх прямо сейчас, если наберем
как под прошлой серией, хотя бы 30 тысяч лайков, я обещаю то, что сразу же выйдет продолжение. Сразу же? Хотя бы, там за сутки 30 тысяч набирается. Вот, наберем 30 тысяч или больше, выйдет продолжение. И что самое главное, не забудь подписаться на канал, чтобы никогда не пропускать новые ролики, и также никогда не пропускать стримчанский, потому что Катя также иногда приходит на мои стримы, когда не стесняется. Спасибо всем за просмотр, всем удачи и всем пока.